чтобы меня не забанили. А у меня уже есть видео с этим, с двухвостками, короче. И это туда же пойдет. В один этот. Ужасы нашего городка, знаешь, если это, короче, ужасы нашего парка будет. Это пойдет, короче, в ужасы нашего парка. У меня рубрика будет скоро. Там уже есть гусеницы, жуки всякие. Богомол и... даже есть. Есть богомол. Да. Будет, короче, тоже. У него один ус. Ну это вообще жесть. Сейчас будет обитель зла. Они уже выпрыгивать начали, ёхебой. Мне кажется, меня забанят на ютубе за такое. Там порнография. Грибы, надеюсь, не спили. Ты на Гоши хочешь ебануть? Ничего. Охереть. Они так дерево сожрут. Они уже сожрали. Они смотрят, некоторые... некоторые даже еще без черненьких этих. Только красные, чистые. Все, тебя Гринпис теперь засует. Никакой Гринпис. Смотри, усами шевелит. Богомол. А, сзади. Сзади смотри, что-то. Какие-то эти, типа жалоб, две штуки. Он так-то этот, опасный. Опасен. Видишь, красненький кто-то сидит на нем. Пожарник. На голове, как, не знаю, что-то такое маленькое. Это, наверное, этот, как у Человека-паука. Может, кто-то отложил просто на нем свое это. А, вон, вижу, яйца. Да. Это какой-то, смотри, может, глаз его? Перед ним бегает этот, муха вон. Или клопот такой мелкий. Как эти, колорадские жуки откладывают на картошки такие же. Да. А вот с ней какая картинка. Тоже под ужас. Тянет на ужас. Что они там делают? Свеженькие ужасы. Что это? Что-то лохматое, какая-то гусеница, вообще обитель зла очередной на осень. Пожарники ползают в анабиозе половина. Летают все. Я на видео. Наверное, высиживал, да?